что прячется в чемоданах у уезжающих с Камчатки. Нелегальную икру на 3 миллиарда рублей ежегодно вывозят с полуострова. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на территории ДФО. Он отметил, что в прошлом году было задержано более 170 российских и 114 иностранных судов-нарушителей, которые нелегально вывозили водные биоресурсы. Секретарь Совбеза отметил, что для устранения браконьерства необходимо предпринять ряд мер, повысить уровень государственного и правоохранительного контроля за добычей и оборотом водных биоресурсов, усилить работу по выявлению коррупционных схем организованной преступности, в том числе трансграничной. Помимо этого, навести порядок в легальном рыбохозяйственном комплексе. Необходимо обеспечить законность распределения квот на добычу рыбы и морепродуктов, внедрять технические средства мониторинга, учета и контроля за оборотом выловленных биоресурсов, а также развивать стимулирующие меры по модернизации судов и перерабатывающих мощностей. Николай Патрушев добавил, что все эти вопросы очень актуальны для Дальнего Востока, где ежегодно добывается 60-70% от общероссийского улова.